Miramax Films. То, что произошло в часовне у двух сосен, положило начало этой чудовищной истории, ушло в прошлое. Вы видели, как ее предали? В первом фильме ставится вопрос, во втором дается ответ. У меня к тебе есть незаконченное дело. Эти два фильма довольно сильно отличаются друг от друга. Получилось довольно интересно. Ясно. И вдруг все стало ясно. Если меня встречают на улице, все задают один и тот же вопрос. Когда же выйдет второй фильм? В феврале? Нет, перенесли на апрель. А что так долго? Все снимаем. Я уже убила уйму народу. И вот теперь я убью Билла. Как снимался фильм «Убить Билла 2»? Квентин Тарантино, сценарист и режиссер. В фильме первом закладываются основы мифа, всей этой истории. Некоторые считают, что в фильме маловато сюжета. Что ж, сюжет довольно простой, история о мести. А что еще нужно от сюжета? Пять человек учинили страшную разборку другому человеку, а теперь она заставит их расплатиться за это. У нее есть список из пяти имен, и она убивает их прямо по списку. Вот и весь сюжет. Конечно, я бы мог придумать еще много всякой чуши, разных уловок, но нет, мне это очень не нравится. Хватит с меня чуши. Давайте возьмем и уверенно расскажем историю вместе. Первый фильм — очень прямолинейный рассказ прямо в лоб. И по мере этого рассказа о мести вы узнаете основы мифа, его действующие лица, в каком мире разворачивается действие. Ко второму фильму у вас уже есть представление о мифе, о сюжете. Теперь вы ближе знакомитесь с персонажами. Скажи, когда мы встретимся в следующий раз? Знаешь, так называется моя самая любимая песня 70-х годов. Что? Ничего. Когда он мне скажет, что ты готова. А когда это будет, примерно? Это, дорогая, зависит только от тебя. И запомни, никакого сарказма. Ни в коем случае не перечь, по крайней мере, в течение первого года. Ему нужно к тебе проникнуться. Он ненавидит белых, презирает американцев. А женщин совсем не уважает. Так что в твоем случае результата жди не скоро. Ума Турман, актриса. Как мне лично кажется, основной сюжет сосредоточен именно в фильме втором. Фильм первый удивительный, драматичный, истерический, смешной, с быстрым действием, интересными эпизодами. Люси Лью погибает, Вивека Фокс тоже. Но именно во втором фильме раскрывается история невесты, что и как с ней произошло. В этом фильме удивительно играет Майкл Мэдсен. Здесь очень запоминающийся эпизод его поединка с моей главной противницей, калифорнийской горной змеей Дэрил Ханна. И, наконец, в нем много очень напряженного действия. Здесь много действий, хотя не так много убитых тел. Хочешь сказать, она уложила мечом 88 телохранителей, чтобы добраться до нее? Да нет, что ты, их было не 88. Просто они так себя называли, 88 бешеных. Зачем? Без понятия. Думаю, им казалось, что это звучит круто. Неважно. Она всех уложила мечом Хэнсо. У нее что, есть меч Хэнсо? Он изготовил его специально для нее. Разве он не клялся на крови, что никогда больше не изготовит ни одного меча? Очевидно, клятву он нарушил. И вы уже знаете этих персонажей. И когда они упоминают меч Хэнсо, вы знаете, о чем они говорят. Вы знаете, кто такой Хаттори Хэнсо, знаете, что он делает классные мечи. Когда они говорят о 88 бешеных и об Орен, вы понимаете, кто это. Вы знаете, что произошло, что эта дама ведет настоящую войну. Дэвид Кэррадайн, актер. Суть фильмов Тарантино — это не жестокость, не экшен, как таковой, а глубокий анализ сознания людей, совершающих насилие. Невеста, кличка «Черная мамба».
состоит в отряде убийц смертоносной гадюки. Всем, кто думает, что мы просто подняли планку, покажем, мол, как невеста расправляется со своими врагами, я говорю, готовьтесь к неожиданностям. Я никогда не видел, чтобы актриса так много работала на тренировках и в кадре. Думаю, это самая сложная картина, в которой доводилось сниматься любому актеру. И она все это выдержала. Во втором фильме невесте приходится сражаться, чтобы выжить. Простите, вы к кому? Привет, меня зовут Карен Ким, я менеджер по приему гостей. У меня для вас подарок от дирекции. Мило. Оставьте его, пожалуйста, у двери. А ты плохо управляешься с ружьем. На таком расстоянии это не важно. Я все равно тебя быстрее, к тому же держу тебя на мушке. Давай побеседуем. Карен, я только что узнала, за секунду до того, как ты пробила брешь в двери, что я беременна. Ты поняла? Что за чушь? Посмотри, на полу возле двери лежит бумажка. Мое доказательство. Врешь. В любой другой раз ты была бы на все 100 права, но сейчас все наоборот. Я самая жестокая женщина-убийца в мире. И мне просто страшно за моего ребенка. Умоляю, взгляни на бумажку. Пожалуйста. Только взгляни. Для меня важно было, что она потеряла все и борется, чтобы снова войти в игру. Это меня глубоко трогает. Вот такая моя героиня. Такова реальная жизнь. Я понимаю, что наш фильм — сумасшедшая выдумка, но смелость моей героини, ее одержимость — вот что, мне кажется, ее самой неотразимой чертой. Бад, брат Билла, состоит в отряде убийц смертоносной гадюки. Я очень горжусь актерской работой Майкла Мэдсона в этой картине. Мы ведь вместе не работали со времен «Бешеных псов». Майкл Мэдсон — актер. Да, прошло 10 лет. Думаю, люди многого ждали от нашего нового сотрудничества. Как будто ты снимаешься в каком-то этническом фильме. Здорово. Думаю, мои почитатели хотели, чтобы я снова поработал с Майклом. Майкл считается моим актером. На самом деле, мы как будто и не выпускали друг друга из поля зрения. Но Майкл вывел своего персонажа на другой уровень. Дело в том, что Майкл всегда играет крутых парней. Мне понравилось, что мы отошли от этого стереотипа и создали персонаж, который, по сути дела, довольно сложный. К нему испытываешь какие-то сложные чувства. С какой-то стороны, его персонаж оказывается одним из самых симпатичных во всем фильме. Она едет сюда и едет, чтобы убить тебя. Если ты откажешься от моей помощи, уверен, она своего добьется. Я не ухожу от своей вины. Если нужно, я могу дать отпор. Почему нельзя просто забыть прошлое? Эта женщина заслужила право на месть. Да. А мы заслужили смерть. Но, опять-таки, она тоже. Так что посмотрим. Верно? Эль-Драйвер, кличка «Калифорнийская горная змея», состоит в отряде смертоносной гадюки. Я тебя убью. И тебя убью. И сделаю это вашим собственным мечом, который в ближайшем будущем станет... По сути, я никогда ранее не играла отрицательных персонажей. Так что, когда я поняла, насколько она ужасна, мне это показалось очень интересным.
Я ухватилась за возможность сыграть такую жесткую отрицательную героиню. Ты мне никогда не нравилась. Скажу более, я тебя презирала. У нее сложное отношение с невестой, которая была любовницей Билла, а теперь она любовница Билла. Эль, ты должна прекратить операцию. Мы поступим с ней по-другому. Ты ее не знаешь. Она хочет собственноручно прикончить ее. Ну что, довольна? Хочешь добрый совет? Лучше не просыпайся. Она страшно крутая, круче некуда. Кого круче не бывает? Эль-драйвер. Эль — полная противоположность невесты. Она использует грязные трюки, так что когда в конце концов они сходятся в поединке, их сражение опускается на очень низкий уровень. Поединок с Дэрил Ханна — это главный поединок фильма. Этот поединок должен быть вершиной не по масштабам, не по грандиозности, а по накалу страстей. Вам хочется видеть, как они будут драться, хочется видеть, как она разделается с Эль-Драйвер. Сцена драматична, зрелищна и ужасна. Я про себя ее назвал «битвой огромных блондинок». Две амазонки задают друг другу жару. Переходим к эпизоду с Пай Мэй. Пай Мэй – верховный жрец клана Белый Лотос. К моменту своего поединка с Дэрил она дважды сразилась с Гордоном Лу, играющим двух различных персонажей. Персонаж Пай Мэй не моя выдумка, он участвовал в ряде фильмов, снятых братьями Ша. Дело в том, что Гордон Лу должен был играть руководителя отряда 88 бешеных, но когда он прочитал сценарий, ему очень понравился персонаж Пай Мэй. Ведь он король, он главный, он учитель боевых искусств. Этот фильм вошел в классику кинематографа о кунг-фу. Но важно не только это. Важно, что он уже стал чем-то вроде иконы. В ряде фильмов Гордон Лу, когда он был моложе, вступал в поединки с Пай Мэй, вернее, с персонажем по имени Пай Мэй. Но теперь он стал старше, он играет уже не героя, а злодея, с которым он сам раньше сражался. Итак, дам тебе очень мудрый совет. Как бы там ни было, чтобы Пай Мэй не сказал, подчиняйся. Если ты будешь перечить ему, чисто по-американски, он сломает тебе хребет, подобно хворостинке. И это будет конец. Билл. Если вы люди моего возраста, вы выросли на телесериале «Кунг-фу». «Кунг-фу» — тот тип сериала, который возникает каждые 3 года и становится феноменом поп-культуры. Их герои превращаются в подобие рок-звезд. Дэвид Карадайн был очень похож на рок-звезду. Билл — это часть моей жизни. Пару дней тому назад мы начали снимать эпизод. Квентин обычно отводит тебя в сторону и начинает обсуждать эпизод. Так вот он говорит: «Думаю, это лучший эпизод фильма с твоим участием». А я ему отвечаю: «А мне кажется, это лучший эпизод всей моей карьеры». У Умы репетиция ее предстоящей свадьбы. И тут она слышит звуки флейты. Она не знает, то ли это ей послышалось, то ли происходит на самом деле. И вот происходит наша очень романтическая встреча. Сейчас я смотрю на самую прекрасную невесту, на которую пал взгляд человека. Зачем ты пришел? Чтобы бросить последний взгляд. Ты будешь невежлив. Я никогда в жизни не был вежлив, но я постараюсь вести себя мило.
Почти все, что происходит в этом фильме, предложил сам Квентин. Я просто захватил с собой флейту на наши тренировки в Лос-Анджелесе. И каждое утро я играл на ней, а Квентин решил использовать ее в этом эпизоде. В нем вы впервые видите меня, и предвестником моего появления являются звуки флейты. Я здесь играю на флейте, взятой из серии «Кунг-фу». Квентину нравятся звуковые образы. Для целого поколения людей, которые не знают ни о сериале «Кунг-фу», ни об этой философии, ни о монастырях, для них он не Дэвид Карадайн, он Билл. Это правда? Ой, да. Хотя для меня он всегда останется главным персонажем кунг-фу, для других он навеки останется Биллом. В Билле есть благородство, но вместе с тем он один из самых зловещих людей, которых вы когда-либо встречали. Неужели моя реакция была так неожиданна? Да. Она была неожиданна. Мог ли ты так поступить? Конечно, мог. Конечно. Но я никогда не думала, что ты сможешь или способен так поступить со мной. Прости, малышка, но ты во мне ошиблась. Знаете, я ведь играл в 11 пьесах Шекспира. Он неплохой писатель. Квентин, как сценарист, мне очень нравится. Класс! Это ваша машина. Я думал, у вас грузовик. Что делать? Мой дамский грузовичок сломался. Так, значит, сломался. Эстебан был вроде отца Биллу, ныне отошел от дел. Я всегда считал Майкла Паркса одним из лучших актеров во всем мире. По таланту и мастерству он ничем не хуже таких актеров, как, скажем, Дастин Хоффман, Харви Кейтель, Роберт Де Ниро, Аль Пачино или другие актеры этого класса. Я отобрал Майкла Паркса на роль персонажа в фильме первом, а именно техасского рейнджера Эрла МакГро. Он играет его второй раз. Впервые его персонаж появлялся в фильме «От заката до рассвета». Этим сумасшедшим мерзавцам нужно отплатить. Тут действовали не любители, а настоящие профессионалы. Итак, мы отбирали его на эти роли. Затем мы читаем сценарий, все актеры собираются за столом. И вот что происходит. У тебя есть куча эпизодических ролей, кругом актеры, и ты раздаешь их направо и налево. Но иногда актеры отказываются от роли. Так вот, мы уже отобрали актера на роль Эстебана, владельца мексиканского борделя, которого Билл уважал как отца. И вот этот актер не смог сниматься. Я спросил Майкла, может, он сыграет эту роль? И он согласился. Он прочел свои реплики просто великолепно. Я тут же отказался от первого актера и утвердил Майкла на эту роль. Я должен предупредить вас, юная леди. Я на лесть падок. Чем я могу вам служить? Мне очень нравится то, что он играет две роли. Мне нравится сама идея того, что один и тот же актер играет несколько ролей. Должно дать им очень интересные персонажи, что я и сделал. И получился, с моей точки зрения, один из лучших эпизодов. И я ничего такого не пытался сделать, а получилось нечто среднее между Сэмом Пекенпе и апокалипсисом сегодня. Легко можно представить, что Мартин Шин плывет в лодке по реке и пристает к берегу, заходит в забегаловку и встречает там персонажа Майкла Паркса. Если бы мы встретились пораньше, вы были бы моей девушкой номер один. Получилось довольно интересно. Это последний эпизод фильма, в котором Ума играет. И в ней она такая крутая. Она так долго играла невесту, что теперь фактически превратилась в невесту. Она так хорошо сыграла. Просто здорово. О чем вы меня спрашиваете? А Билли? Где Билл? Первый фильм в основном снят в стиле фильмов о японских самураях, китайском кунг-фу и есть что-то от вестерна. А здесь гораздо больше от вестерна. Спагетти-вестерн.
Так и задумывалось. В фильме первом должно было быть больше кунг-фу, то есть востока, а в фильме втором — больше запада, вестерна. Более ковбойский, драматический взгляд. Но тем не менее, здесь все же те же классические приемы съемки эпизодов, как в первом, так и во втором фильме. К примеру, весь эпизод «Спай Мэй». Отлично. Продолжаем снимать. Повторить все еще раз. Некоторые критики сочли, да, это интересно, круто. Он меняет стиль съемки, делает ее более зрелищной, доказывает, что ему по силам стиль экшен, фактически вступает в конкуренцию с крутыми режиссерами. Это говорят одни. А другие считают наоборот. Подождите, куда это его занесло? Нам это не нравится. Дайте нам диалоги, нам нравятся диалоги Квентина, его персонажи. Куда же они делись? В укусе этой змеи колоссальное количество яда. Мне всегда нравилось это слово «колоссальное». Жаль, нельзя использовать его в предложении. Квентин настолько любит кино, он получает удовольствие от каждой секунды съемок. Это было классно. Очень здорово, просто отлично. Еще один дубль. Только повернись. Когда я открыл сценарий, я увидел литературное произведение. И все получилось. Все до последней детали. Таков стиль этого режиссера. Ничто не оставляется на воле случая, все продумывается. Он тебя бьет, а ты, в общем, ты выпрямляешься. Стоп! Здорово! Отлично! Проверьте отснятое. В сценарии все сцены поединков прописаны до последней детали. Он сам придумывал их. Он был их хореографом. Он впервые обсуждал с Юэн Вупином возможность их сотрудничества над этой картиной. Это была его идея. Хорошо бы пригласить человека, работавшего над «Крадущимся тигром» и «Матрицей». Он всегда хотел с ним сотрудничать. В общем, он многое обсуждал с Вупином. А тут возьми и спроси его, «Да зачем я вам здесь нужен?» А он ему и не нужен. Лоренс Бендер, продюсер. У Квентина определенное мышление. Он создает свой собственный мир, свой собственный стиль. Вместе Квентин и Вупин создали очень необычный стиль, которого раньше не существовало. В фильме первом я впервые использовал оригинальную музыку, специально написанную к фильму. Теперь, когда я снимал фильм второй, мы ее тоже использовали, но одновременно с этим ко мне обратился Роберт Родригес. Он сам пишет музыку к своим фильмам, по крайней мере, к четырем своим последним фильмам, если не более. В общем, он мне говорит, «Квентин, хочешь, я напишу тебе музыку к фильму? Хочу, чтобы ты услышал ее, чтобы знал, что это такое». Роберт Родригес, автор оригинальной музыки к фильму. Я сделал ему предложение, от которого не отказываются. Я так хотел участвовать в работе над фильмом, что предложил бесплатно написать к нему музыку. Если понравится, использую, если нет, мне неплохая тренировка. Как можно от такого отказаться? Так вот, я написал музыку к сценарию, прежде чем увидеть отснятый материал. Я сам додумывал, как он может снимать эпизоды. Но он мне сказал, фильм 2 более эмоциональный, в нем больше диалогов, попробуй. Кое-каким эпизодам у него были конкретные идеи, к другим просто сказал «попробуй». Роберт пишет фантастическую музыку. Мне очень понравилось с ним работать. Если меня спросят, хочу ли я повторить этот опыт, я отвечу с Робертом. Может быть. Да зачем мне искать кого-то другого? Роберт — мой лучший друг. Нам было отлично работать вместе.
Квентин не просто режиссер, он коллекция. Только он мог снять такой фильм. Предложить другому режиссеру снять фильм «Убить Билла 2» просто немыслимо. Думаю, этот режиссер просто испугался бы. Надо признать, он единственный, кому это по плечу. Храни его, Бог. В фильме, конечно, очень сильный подтекст женской властности. Просто в голове не укладывается. «Убить Билла» — фильм, в котором переплелось все. Кунг-фу, самураи, месть, разборки, пленных не брать и все такое прочее. Круто. Крошка, ты это всерьез? «Убить Билла» — фильм второй.